Многие покупатели заметили, что с прилавка в Белгородской области исчезло томаровское масло. В продаже его не будет до января следующего года. Дело в том, что на производственной линии ЗАО «Томолоко» произошла сложная поломка, а необходимых комплектующих в наличии нет. Выбрать другую бюджетную марку сейчас будет сложнее. Цены на сливочное масло в России выросли почти на четверть. Только за минувшую неделю рост стоимости этого продукта составил 1,6%. При этом с начала года масло стало дороже на 23,4%, сыры на 7%, сметана на 12%, творог на 6,8%, пастеризованное молоко на 12%, так же, как и стерилизованное.